Да. Вот она вот так вот. Вот фундамент, вот дом. И вот это течет. А у меня еще ничего, у меня как бы до дома прошло. Мы сейчас на угловую сходим, там уже вот часть людей перетекло, и у них вытекает назад. То есть вот, вот это вот прицурок канала. То есть это вот отсюда. Отсюда, оттуда, оттуда, это все течет. Был водоканал сегодня, он... были люди, они приезжали, много людей, потому что я звонил уже куда мог только. Значит, водоканал утверждает, что у них утечки нет, эта вода течет с Клонического пруда. Но почему-то она именно вытекает вот здесь, не там где-то на переезде, а именно у нас. То есть, как бы, ну, вы понимаете, железная дорога существует, да, между мной и Клоническим прудом. Но вот эта вода, которая... совершенно чистая, как они утверждают, может быть, это канализация, но без запаха, фекалий, без всего, обычная, чистая, хорошая водопроводная вода. У нас еще ничего, мне только дотекло до дома. Мы сейчас пройдем 200 метров, и увидите, там за домами уже на дорогу вытекает вода. Видно, как люди отбили ворота, чтобы просто в них выезжать и выезжать. Течет дней 7, но никогда такого не было. Обычно как-то протекало дальше. Вчера, когда были морозы, было видно, как вот это все паром здесь стояло. Ну как, плюс 8 водопровод, минус 27 температура и хороший такой белый занавес стоял вдоль всего нашего побережья. Но на звонки отреагировали только сегодня. И то потому, что я понимаю, на угловой улице совсем протекло через дома уже туда дальше, на участке. Вот, ну а здесь, как видите, вот чуть-чуть. Нам осталось чуть-чуть, чтобы утонуть. У меня вот маленький щитовой дом, и он весь уже... То есть туда мне не пройти совершенно. Сегодня приезжали представители водоканала, очень много было машин. И еще какие-то представители не озеленения, какого-то... что-то... Садово-парковое. Садово-парковое, да. И постановление было такое, что эта вода... которая вытекает из Клонического пруда. Но даже и в этом случае, если она вытекает из Клонического пруда, я так думаю, что она не должна затапливать дома. Ее все равно нужно кто-то убирать куда-то, что-то с ней делать. То есть этого человека уже перетекло все. Давайте мы его сейчас попробуем как-нибудь позвать. Наверное, с ним я разговаривал. Вот его перетекло. Ну, вы видите, да, Лёв? Ну, сейчас, к сожалению, он был желтенький такой еще. Попробуем. То есть его участок, представляете, весь полностью уже перепролило. В течение уже, наверное, 7 дней идет это бедствие у нас. Видите, залиты все дома. У соседей вода в подвале. У этих соседей тоже в подвале. Все деревья, которые находятся у нас. Они умерли. У меня да, все елки умерли. Да, да, да. По таким слоям, да. Сосед вот с дальнего дома. Какие службы вы обращались? Ну, администрация, водоканал. Но, ну, к сожалению, как бы только сегодня какая-то работа была проведена. Результаты работы есть какие-то? Ну, завтра как бы должна быть проведена экспертиза состава воды, по которой они могут определить, что вода с Клонички или вода из водоканала. Вот такая ситуация. Пока, на а пока момент... мы тонем. Да, пока тонем. А какие-то конкретные советы дают вам, что сейчас делать? А какие могут быть советы? Ждать весны? Вот весь ждать весны мне тоже всем советуют. Больше ничего. Каждый... А, дело спасения утопающих, они, как бы, да, дело рук самих утопающих. Сегодня, так сказать, прояснили ситуацию с их слов. Они говорят, что канавы все промерзли, то есть как бы вода не имеет выхода другого, кроме как на поверхность. Поэтому ситуация такая, что плачевная, как бы. То есть мы будем тонуть. Будем тонуть. А здесь-то еще вот как бы очищено, а там дальше видно, вот я, вот, вот, перетекало. Уровень льда и уровень дома. Если бы не было бруствера,
меня бы уже смыло. Ну, так же, как и того мужчину. То есть, какие-то меры надо принимать, что-то делать. Уровень воды в канаве на метр где-то выше нормы. Вы же понимаете, я бы не мог же так себе позволить построить забор. То есть, вот я утонул. Вот ситуация. Естественно, все тянет под дом. Вот именно отсюда, с этой канавы, в районе Московских ворот, начинает течь вода. Вопрос только, откуда она берется в этой канаве?